Эта горсть черешни вполне может оказаться на одной из следующих картин Марии Семеновой. Ведь излюбленная тема творчества художницы – летнее настроение. Именно так и называется эта выставка. Яркие, сочные оттенки, ликующая, ожившая природа. Картин здесь 35, а всего у Марии более 250 полотен. Ведь вдохновение так близко. Торжественное открытие выставки состоялось в музейном комплексе в парке имени Льва Толстого. На картинах – зеленые леса, поля, фрукты и цветы. Мария много лет подряд расписывает на холсте прелести теплых месяцев. Теперь химчане могут посмотреть на окружающий мир ее глазами. Хочется создать летнее настроение. На улице холодно, лето пока не чувствуется. Вот. И хочется, чтобы в душе появилось летнее настроение, наконец наступило тепло и лето. После приветственных слов гости праздника отправились изучать работы Марии. Часть из них написана маслом, часть выполнена в сложной акварельной технике а-ля прима, что в переводе с итальянского значит «в один присест». Картину таким способом можно нарисовать за 20 минут. Это кадры с мастер-класса, который Мария проводила во время встречи с китайскими коллегами. Тогда за считанные минуты на бумаге появился портрет молодого человека. В родных Химках у Марии много учеников. Одна из них – юная художница Елена. Пришла поддержать наставницу вместе с родителями и домашней любимицей. Это наша Джейхи, собачка. Мы пришли сюда всей семьей посмотреть тоже на открытие выставки. Мне очень нравится акварель Марии. У каждого полотна своя история. Как говорит Мария, во время работы над картиной сюжет нужно прожить. Пейзаж под названием «Золотые шары», например, Мария начала писать в 2004-м, а закончила спустя 14 лет. Эта картина изначально, в 2004 году, была такой, на фоне голубого неба «Золотые шары». Такие простые цветы. Потом, в 2018 году, моя дочь-дизайнер была на практике в Киеве, она ездила и привезла фотографию необыкновенную, на которой был русский платок, накинутый на забор. И я думаю, вот он как раз то, что мне не хватало. И сразу родился вот этот дом, забор с платком, банька на дальнем плане. Разделить радость и поздравить Марию с открытием персональной выставки пришли и коллеги. Мне очень нравятся ее работы. Во-первых, они душевные, чистые, духовные. Человек пишет сердцем. Это очень важно. Они написаны легко, они не тяжелые, они тебя не тянут, они воздушные. В них есть свет, солнце, радость жизни. Это говорит о характере человека, что у него такой же чистый, искренний, настоящий, цельный характер, как его работы. Потому что картина – это отражение сердца. Посетить экспозицию и зарядиться летним настроением жители и гости Химок смогут до 15 сентября. Выставка будет открыта с 11 до 19 часов со среды по воскресенье.